Спокойно. Можно ошибиться и в слове «гнев». Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. А скрывая грехи, мы прячем себя. Но это позади. Твою сущность, что прольется на этот пол, увидят все. Вот так. Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету. Начнем! Может, друзья облегчат тяжесть искупления. Братья. Мы собрались здесь, чтобы узреть... Сукин ты сын! Попробуем еще раз. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Братья, мы собрались здесь, чтобы узреть. Искупление грехов отступников. Искупление грехов отступников. Итак, Ник, Рай, положи руку на слово Иосифа. Итак, Ник, Рай, Нет, положи... к черту! Не хватало еще слушать этого психопата. Алчность. Твой грех. Вечно думаешь о себе. Ник? Да. Да, я согласен. Нет! 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 Вот! Сила слова «да». Сила, что смоет твои грехи. Сила, что освободит тебя. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Скажи «да». Всего одно слово. Ствол! Стреляй, стреляй, стреляй! Давай же! Увести Илона! Живо!
тебя! Это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды.
Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи. Отец дал тебе шанс на спасение, а ты отринул его. Взгляни, что ты натворил. Взгляни на порожденный тобой гнев. Грохнем этого гада! Играй! Ты уже забыл, что я тебе сказал? Пошел ты! Ты чертов демон, и мы отправим тебя обратно в ад! Понял? Ты покойник! Так-так-так! Как заразен бывает гнев! Придется убить вас обоих! Привет! За вашу смерть, привет!
Друг Иосиф прав. Что ты никогда не задумывался об этом? Все думают, что он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сам знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки. На тех, кто правит. Хочешь ключ? Думаешь, что спасешь людей, но они уже спасены. У нас был план. Тебя не понять. Ты не веришь. Ты не видишь! Да спасет Господь твою душу. Представить, что сектанты сделают с пленниками после всего этого.